За все неудачи он винит отца и мать. Именно они виноваты во всем, так сказать. Они вытолкнули его в школу на 2 класса старше, а он к такому не был готов. Итог был страшен. Худшая часть жизни была в том, что был намного умнее других, причем одиноко было поступать в институт. У него не было ни друзей, ни подруг. Захотел стать одним из профессоров, аспирантом, светящимся лучом докторов. Мечтал, чтобы его выбрали в научное окружение. Мечтал получить в ученых свое отражение. Oh, yeah. Наконец-то он выделил его, приблизил к себе его и начал выжимать от молодого новое, как личное свое. Сам Христос спустился с небес, спрашивал его о различных научных проблемах здесь. Чем не доказать мошенничество? Почти всегда было в СССР такое.